Всем нашим тамбовским болельщикам здравствуйте. И я, Валерий Сорокин, хотел бы поздравить вас с наступающим Рождеством Христовым и с новолетием. Пожелать всем мира в ваших семьях. Пожелать, чтобы поменьше обижались друг на друга, поменьше было ссор. И чтобы ваша любимая команда, то бишь футбольный клуб «Тамбов», больше вас радовал своими победами, своей хорошей игрой, результатами и место турнирной таблицы в мае месяце. Так что еще раз поздравляю всех с новолетием, с наступающим Рождеством Христовым. Мира, добра вам желаю, счастья и побольше терпения в наши нелегкие времена, как для страны, так и для команды. Вот. Ну, мы будем, конечно же, стараться сделать все возможное, чтобы вас больше радовать, нежели огорчать. Еще раз с наступающими праздниками. Всего вам желаю хорошего и доброго. Уважаемые болельщики, хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия. И пусть те мечты, которые у вас в этом году не сбылись, сбудутся на следующий год. Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Новый год принес вам только позитивных эмоций, чтобы были здоровы и счастливы ваши близкие. И также поддерживайте футбольный клуб «Тамбов», как в этом прошедшем году. Дорогие болельщики, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все плохое осталось в старом году. Новый год принес только много положительных эмоций. Мы будем радовать вас своей игрой и положительным результатом. Уважаемые болельщики и жители города Тамбова, поздравляем вас с наступающими праздниками, с Новым годом, Рождеством. Хотим пожелать вам здоровья, счастья, всяческих успехов, чтобы вы нас приходили, поддерживали. Вот, и мы будем радовать вас победами и голами. Уважаемые болельщики и любители футбола города Тамбова, поздравляю вас всех с Новым годом. Уважаемые дорогие болельщики, хочется поздравить вас с наступающим 2017 годом. И сказать огромное спасибо за прошедший год, за 2016. Было очень много хороших, позитивных моментов, которые мы прошли все вместе. И хочется пожелать в новом году только лучшего, как всей команде, так и вам и вашим близким. Хочу поздравить всех болельщиков футбольного клуба «Тамбов» с наступающим 2017 годом. Пожелать здоровья, чтобы все невзгоды обходили вас стороной. И пожелать побед любимой команде. Дорогие болельщики и жители города Тамбова, от всей души хочется пожелать наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов. Также хочется пожелать своим родным, близким, жене, тоже с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и всего самого наилучшего. Уважаемые болельщики, желаем вам исполнения всех ваших желаний, а мы, в свою очередь, будем стараться радовать вас своей игрой. Дорогие болельщики, уважаемые жители Тамбова, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, от всей души пожелать вам здоровья, счастья, успехов, любви, взаимопонимания, и пусть Новый год принесет вам гораздо больше позитивных моментов и событий, которые были в прошлом году. Дорогие болельщики, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам в наступающем Новом году только положительных эмоций и исполнения всех ваших желаний и целей. Дорогие тамбовчане, болельщики, родные и близкие, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в этом новом году счастья, крепкого здоровья, успехов, исполнения всех желаний. И, конечно же, чтобы наш клуб радовал вас как можно чаще нашими победами. А вы радовали нас своим присутствием на стадионе. С Новым годом! Уважаемые болельщики, хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за ту хорошую эмоциональную поддержку, которую вы оказывали на протяжении летней, осенней части чемпионата. Она была очень яркая, очень насыщенная. Спасибо вам за нее. Надеемся, что в следующем году нашими более успешными выступлениями мы привлечем еще больше болельщиков. И вы будете также яростно, активно поддерживать нас в наших играх. Спасибо вам большое. В преддверии Нового года хочу пожелать всем семьям благополучия, здоровья, добра и тепла. Дорогие болельщики Тамбова, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, счастья, тепла, радости вашему дому,
а наш клуб постарается доставлять только радостные эмоции, только положительные результаты. Футболисты приложат все усилия, чтобы люди, которые приходят болеть за нас, поддерживать, отдавать частичку души, всегда были радостные, довольные. А мы, как тренеры нашей команды, будем гонять их, как сидоровых коз в новом году, чтобы они добивались только побед и только зрелищного и красивого футбола. С Новым годом!